поворот упали. Да. Ебать, блядь, это страшно, нахуй. Лицо-то когда летит. Вклиниваем назад, сместились назад. Ужас, что происходило сегодня, конечно, все еще трясет. Вот, ну, наверное, больше замерзли, но немножко испугались. В принципе, в начале еще ветер был более-менее приемлемый для нас, для нашей подготовки на данный момент. Вот, прошло две гонки с Женей и Елфимовым, мы их выиграли, ну, не без труда, но выиграли. Вот, и одна гонка у нас прошла с поляком уже после. Ну, а на входе на четвертую гонку мы перевернулись. Это, конечно, было незабываемо. Полет с кормы катамарана М32 прямо в воду, это, конечно, и страшно, и адреналин, и все вместе. Это специальное удовольствие, да? Да. Не говори. А если говорить про турнирную ситуацию, два проигрыша поляку означает, что, в принципе, потенциально вы закончили борьбу. Как это, как бы сказал наш друг Серега Мусик, мы едем домой! Да нет, ну, на самом деле мы готовились к квалификации, и по большому счету для нас была цель узнать про яхту. Конечно, наш экипаж не до конца готов, и, может быть, даже не... Ну, как это, не в оптимальной форме. То есть у нас человек, который с нами гонялся, не смог гоняться. Конечно, у нас получалось, что немножко у Саши не все получалось. Вот, и, конечно, было тяжело. Тяжело и, в принципе, справляться с яхтой. Но и сегодня, вот, когда перевернулись, уже было, наверное, около 30 узлов. В принципе, я не знаю, зачем давали гонки. Но благодаря нам, я думаю, мы спасли всех остальных. Как обычно, Россия всех спасла. Женька, ну на самом деле, не знаю, болели за тебя полстраны, следили за тобой. Остается, я так понимаю, у нас одна команда в турнирной таблице. Чудо не случилось, к сожалению, но на самом деле понятно, почему оно не случилось. Просто нужно, если уже приходить в какую-то историю, нужно приходить серьезно. Но так вот, если оценивать вот этот опыт хождения на катамаране, для тебя именно в таком формате, в таком престижном соревновании он был первый раз. Как тебе вообще, какие эмоции? Ну, эмоции самые, что ни на есть, положительные. Я говорю, адреналин, кайф, драйв и все такое. Поэтому нам очень-очень понравилось. Но еще раз доказывает то, что если ты хочешь чем-то заниматься профессионально, тем более гоняться здесь с профессионалами, двух выходов на воду перед этим, это, конечно, ничего не значит. Ну, да, не отставали мы от них далеко, но это как это... Одно дело не отставать далеко, другое дело... Удерживать лидирующие позиции – это совсем разные вещи, и это очень требует много времени и работы над собой, над экипажем, над всем.